Я начал свою работу в Одессе 31 октября 2018 года. С тех пор прошло уже почти 3,5 года. Сейчас моя миссия завершается, и скоро я буду возвращаться домой. Поэтому сегодня я попросил встретиться, чтобы попрощаться с вами. Очень сложное время сегодня для нашей страны, но мы всегда ценили и ценим наши отношения, дружеские отношения, наше сотрудничество. Понимаю прекрасно, что мы будем, все эти времена пройдут, я думаю, что ситуация выравнивается, она должна выровняться, и мы будем идти по пути развития дружбы, развития отношений. И очень важно, что все эти годы, более 3 лет, которые вы находились в Одессе, мы чувствовали вашу поддержку, участие в общественной жизни города, в ее социальной жизни, помощь нашим медицинским учреждениям, это участие в нашей ярмарке международной, это участие в других мероприятиях. Я очень благодарен за то, что за ваше внимание и поддержку, поддержку у нас в сложные времена и в том числе поддержку по поддержанию достаточно высокого уровня общественного порядка в Одессе. Потому что и ваша диаспора, и ваши граждане дисциплинированные. Вы этому уделяете этому большое внимание. Поэтому огромное спасибо за вот такое участие в жизни нашего города. В нашей работе, это благословение. Спасибо. Счастье. Вот, достал. Вот такой знак. Это вам. Спасибо. Я скоро уезжаю на родину. Пользуясь этим случаем, я хотел бы выразить свои наилучшие и добрые пожелания украинскому народу, одесситам. Пусть всегда будет мир на Украине.